И всем доброго времени суток, с вами Нохит, и это продолжение прохождения игры Готика. Вот, если вам понравится, естественно, не забывайте подписываться на канал, подписываться на группу ВКонтакте, ссылка будет в описании, в этой группе выходят все новости моего канала. Так, надо вспомнить, на чем я остановился. Тоже давно не заходил. Ты издеваешься? Это было здорово. Спасибо, что взял меня с собой. Бля... Нужно будет повторить эту прогулку. Иди нахрен, а. Сейчас я от него подальше отбегу. А то я уже забыл, кстати, на чем я остановился. Извиняюсь, что давно ролики не записываю, аж подписчики стали отбавляться. Было 888, стало 885. То есть три подписчика отлетело. Бля, он за мной бежит. Можно? Нет. Можно, пожалуйста? Нет. Я от него убежать хочу. Так, я посмотрю, что у меня по предметам. Штаны для рудокопа улучшенные, да? Да. Всякие травы. Это все можно продать, кстати, это мне нафиг не надо. Карта колонии. Письмо магов огня. Это пока оставляем. А, я забыл, кстати, как задание посмотреть. Так, это мои умения. Так. О! Вступление в балов, вступление в старый лагерь. Так, кстати. Ладно, пока я на рыноч... Ой, он за мной бежит. Ну что за херня? Я уже привык к тебе. А я к тебе нет, иди нахер. Такс. Мне нужно продать все эти травы. Кстати, я не посмотрел... А, у меня 850 руды, кстати. Неплохо. Так. Покажи мне, что у тебя есть. Семябук не буду продавать, они редко встречаются. А вот всякие вот эти вот травы. Бля, 17 руды, не так уж много, но... Я вот думаю, может, кстати, стрел у меня сколько? 36 стрел. Давайте я вместо руды обменяю на стрелы, если у него есть... А у него стрел нету, да? Закончились. Да. Ладно. Так. Обменяем тогда на руду. Может быть, кстати, у второго торговца есть. Покажи мне, что у тебя есть. Все сам. Это было не слишком умно. 15 стрел у него есть. Пока меня не впутали. Некоторых людей ничего не учат. Полная чушь. Вот, стрелы я возьму. А то стрелы быстро. Не трепи языком, да? Все, можно идти. Проверить одного человечка. Ага, Модрот. Его можно будет завалить, чтобы вступить в этот... Сейчас посмотрим. Это будет, наверное, сложно, но я попробую. Бля, я забыл, что хотел сделать. Я хотел какое-то задание взять. А, кстати, у Снафа посмотрите, есть ли... Бля, опять... Кстати, почему ты здесь оказался? Ты вообще любишь? Ребят, он меня бесит. Так... Ты сказал, что я смогу взять столько. Конечно. Но сегодня... А я сегодня уже брал, ладно. Я вспомнил, к какому челу я хотел бы дойти. Вот к этому.
Ты ведь замолвишь за меня словечко, Диего? Если ты докажешь, что чего-то стоишь как вор, мы найдем для тебя дело. Учись воровскому делу. Когда у тебя будет больше опыта в искусстве передвигаться бесшумно, в работе с отмычкой и в деле карманника, я поддержу тебя. Мне кажется, Понги нужно будет обучать. Бля, опять он. Есть здесь такие типы? А, где? У меня сейчас очки обучения 13. Подкрадывание обучен, акробатик не обучен, скрывайте замков не обучен, кража не обучен. Шанс провала по 90%. Обучен только лук на 15%. Я тогда пойду к этому Модерту, или Могарту, как он там, я уже забыл. Вот. Еще, скорее всего, возьму у... Как его? У Торуса задание убить этого из нового лагеря торговца. Кстати, а что у меня по этому? Подожди. Бля, ты меня заеб... Эти ублюдки из нового лагеря будут в шоке. Слышь, когда узнают, что... сейчас ты меня бесишь. По-моему, ты сейчас ублюдок, блядь. Ребята, извиняюсь за мат, но он меня, сука, заебал уже, если честно. Этот чувак, блядь. Извиняюсь за мат. Я постараюсь как можно меньше материться, но это будет очень... Вот он за мной бежит тут. Какого хрена он забыл? Сука. Дай с ним поговорю, может он тогда одумается, блин. Знаешь что? Ты не мог бы заткнуться хотя бы на минуту? Конечно. Провали. Хочешь немного побыть один? Я... Лучше вообще не будь даже неподалеку. Просто иди нахер отсюда, блин, зазаебешь. Бля, он за мной. Ну, похер. Я за него не ручаюсь, бля. Убьют его, так убьют. Вообще насрать, бля, заебал, если честно. А, не помню, я в прошлых сериях у него этот... Кавалорн. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Давайте подкрадывание, 10 к обучению. Я хочу научиться передвигаться без шума. Хорошая идея. Пригодится на тот случай, если нужно забраться в дом так, чтобы хозяин... ничего не заметил. При ходьбе присядь немного, и ты будешь лучше видеть пол и сможешь точнее контролировать свои движения. Основной минус заключается в том, что в этой позе ты будешь привлекать к себе слишком много внимания. Следи за тем, чтобы никто не видел, как ты крадешься. Запомни это. И главное, никогда не попадайся. Понял. Как там? Z, X, вот X. X же, да? Да, X. А, да, я его обчистил в прошлых сериях, все. Я помню. Готика, такой мир жестокий. Тут либо ты, либо тебя. Этот, по-моему, я тоже. Здесь тоже, да, все чистил, по-моему. Да, тут все обчищено мной. Тут я все уже брал. Тут рецепты какие-то были, да, на магичку? Я, по-моему, их тоже продал. Да. Так, закроем дверь. Мы же все-таки вежливые люди. И ту башню, по-моему, тоже смотрел, да? Я просто не помню, если честно.
и дай пройду. Че, придурок от меня отстал, не? Кстати, я сохранюсь на всякий случай, да? Мне тут посоветовали как можно чаще сохраняться. А, нет, там эти динозаврики ходят. Я пока не буду с ними бодаться. Почему-то чуйка говорит, что еще рано с ними бодаться. А в ту башенку я загляну, я просто не помню, заглядывал в нее, нет? Да, вот. Да, сюда тоже заглядывал. Ну все, тогда идем к этому, к типу, который по подкрадываниям, если что, замолвит за меня словечко перед Диего. Если это будет недостаточно, придется убивать этого Модерта, по-моему, или Могарта, как его зовут. Сейчас дойду до задания, вспомню. Надо бы, кстати, стрел побольше купить. У меня сейчас сколько руды? 852. На 52... На 52 руды закуплю, 52 стрелы. Буду вступать в старый лагерь. Лучше ни на что не натыкаться. Может быть. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Что-то не то в этой истории. Иди нахер, пожалуйста. Иди нахер от меня, я тебя умоляю, а? Ты ведь замолвишь за меня словечко перед Диего? Да. Ты уже многому научился. И сможешь принести пользу этому лагерю. Mm. Нам нужны опытные воры. Я поддержу тебя. Но если честно, я вором быть не хочу. Нигде, ни в жизни, ни в игре. И не собираюсь. Я просто обучился искусству подкрадывания, лишь бы за меня словечко замолвили. Так, я иду к Диего. Я иду к Диего. Я уже слышу, как он за мной бежит. А как открыть меню заданий? А, N. Слот Ульбера. Короче, если сейчас этого недостаточно, я поговорю с Торусом. Чтобы убить... убить этого. Что говорят обо мне в лагере? Ну, я поговорил с несколькими людьми. И? Уистлер рассказал мне о Фиске. Знаешь, на твоем месте я бы забрал руду и смотался. Но как бы то ни было, теперь он о тебе очень высокого мнения. Слай рассказал мне, что ты нашел Нека. Похоже, он тобой доволен. Фингерс рассказал мне, что ты уже кое-чему научился. Но он считает, что тебе еще нужно оттачивать свои навыки. Ты действительно сумел добыть этот рецепт у Коргалома? Декстер удивлен, да и я тоже. Молодец. В итоге, можно сказать, не так уж плохо для новичка. Угу. Береги себя. Я понял. Сохраняемся. Я уже даже знаю, как выпуск назвать. Я вполне могу делать и то, что ты мне прикажешь. Да ну! Вижу, не терпится стать героем, да? Есть одна задачка. Как раз для того, кто не работает на Гомеза. Но предупреждаю тебя. Если провалишь дело, то заработаешь чертову уйму неприятностей. Я готов выполнить твое задание. Я готов выполнить твое задание. То, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами.
Никто другой не должен знать об этом. Понял? Конечно. У нас возникла проблема с одним типом из нового лагеря. Его зовут Мордрат. Мордрат. Он крадет у баронов. Разумеется, тоже можно сказать и о большинстве воров из нового лагеря. Но у этого типа хватает наглости приходить к нам и продавать наши же вещи нашим же людям. Это зашло слишком далеко. Но он знает, что я не могу ничего сделать. Почему? Его защищают сами маги. Похоже на то, что главной проблемой для тебя является магия. Похоже на то, что главной проблемой для тебя являются маги. Да, и эту проблему не так-то легко решить. Несколько лет назад один из призраков попытался прирезать верховного мага Круга Огня, пока тот спал. Этого бедолагу потом нашли во внешнем кольце. Точнее, то, что от него осталось, было разбросано по всему внешнему кольцу. Почему маги защищают этого Мордрага? Они используют его в роли посыльного. Наши маги поддерживают связь с магами из нового лагеря и часто отправляют друг другу гонцов. Скорее всего, им очень не понравится, если я вышвырну одного из гонцов за ворота лагеря или убью его. А что насчет меня? Что маги сделают со мной? Ты здесь новенький. Все будет нормально. Но я отвечаю за своих людей. Вот почему очень важно, чтобы ты держал свой рот на замке. Где я могу найти Мордрага? Ты найдешь его возле южных ворот на другой стороне замка. Этот ублюдок не смеет заходить дальше в лагерь. Ты хочешь, чтобы я прикончил этого типа? Я просто не хочу больше видеть здесь его рожу. Как ты этого добьешься, мне все равно. Я позабочусь об этом. Ну все, идем убивать. Только надо сначала... Бля. Стой! Что такое? Ты не можешь зайти в замок! Проваливай! Я не собирался. Здесь многие считают... Сохраняемся, но уже не на основу, а на резерв. Это было не слишком. Держи это при себе. Сейчас закуплю стрелы и постараюсь его завалить. Вроде где-то читал, что он типа хороший боец. Поэтому постараюсь использовать текстуры, чтобы его завалить. Покажи мне. Так, мне нужны стрелы. А, я у него все стрелы купил уже, да? А у меня сколько стрел? У меня 51 стрела, я не знаю, мне этого хватит или нет. Ну, будем надеяться, что хватит. Вот этот чел. Вот он. Сейчас у него куплю стрелу. Скажи мне, что у тебя есть. Выбирай. А, вот, 10 стрел у него еще. Отлично. Сейчас я у него уже эти же стрелы куплю. И этими же стрелами буду его валить. Так, поехали. Еще раз сохранюсь на всякий случай. Нет. Вот сюда вот. Бля. Мой лучший друг. А ты нет, блин, иди нахер отсюда, заеб. Ребят, сори, что я ругаюсь матом, но это. Если ищешь неприятностей, продолжай целиться в меня. Дай ему в морду. Опа. Да ладно, так просто. Отлично. А, я сейчас у него все возьму, кстати. Большой лук. Все у него возьму. Слушай,
Я выполнил задание, походу. Я не думал, что это... Я думал, это будет посложнее. Это оказалось так просто. Так, ловкость у меня 12, да? Подожди, у меня меч сейчас урон 20, здесь урон 25. Беру эту фигню, булаву. А, лук у меня сейчас урон 24, а это урон 40. А мне нужно ловкость 20. А у меня ловкость... У меня ловкость 12. То есть мне не хватит. Нужно подкопить очки. Вот, и обучиться. Сейчас я иду спать. Вот. Я даже знаю, как назову эту мысль. Назову задание Торуса. Слушайте, реально как-то легко оказалось. Я думал, посложнее будет. Тут, кстати, по-моему, нет уровня сложности. Есть жестокость. Много, немного, выключено. И очень много. У меня стояло очень много. Поэтому я не знаю, если кто-то шарит за эту игру, ребят. Если кто-то шарит, напишите в комментариях, пожалуйста, типа, на что влияет уровень жести. Давай поговорим о чем-нибудь. Поэтому... Миссия пройдена. Ой, извини, братан, извини. Я перепутал палатку. Я думаю, вот мой дом, все, сорян. Так, у меня свечей нету. Ну все, ребят, можете меня поздравить. Спать до полудня. Я, конечно, мог восполнить ХП тем, что покушал бы что-нибудь, какой-нибудь еды, но зачем ее тратить? Да я все равно нахожусь в лагере и может тупо поспать на кровати своей. Вот, и также восстановить ХП. Заодно я сейчас день прошел, я сейчас еще возьму суп и рагу из жуков у Снафа. Опять этот чел, пожалуйста, ну ебаный. Я тут. Бля, мне нужен Снаф. Ты сказал, что я смогу взять. Все, у него взяли, идем к Торусу. Хотя не, давайте, знаете как, сначала на рыночную площадь. Я все продам, все, что я у Модрота. Опять не могу выговорить его имя, забываю последовательность букв. Сейчас я все продам, все, что я награбил. Залутал. Вот. И пойду. Я думаю, этот выпуск назову «Задание Торуса». Квест выполнен? Выполнен. И я сейчас вступлю, походу, в этот... Как его? Вступлю в старый лагерь, походу. Это уже будет следующий выпуск. Так, кстати, день прошел. Возможно, у них эти обновились. Что у тебя есть? Покажи мне, что у тебя. Так, давайте сначала я продам все, что мне нахер не нужно. Бокалы мне не нужны. Блюда не нужны. Факелы, клык. Нахер не нужен. Факела, я думаю, оставлю. Это я все оставлю. Дубину я продам. Меч я продам. Стрелы я оставлю. Лук продавать не буду. Обновилось, не? Не обновилось, к сожалению. Ну ладно, не обновилось, так не обновилось. Обменяй на руду. А где второй продавец? Этот? Да, Декстер. Покажи мне, что у тебя есть. У него обновилось, интересно. Если не обновилось, будет жаль. Не обновилось, к сожалению. Ладно.
Мор находится у южных ворот. Позади. Торус поручил мне то-то. Задание Торуса. Ну все. Идем отчитываться. И вступаем, собственно говоря, в старый лагерь. Считай, что Мордрак совершил свою последнюю кражу. Хочешь сказать, ты победил его? Неплохо, малыш! Ну все, задание выполнено. Вот, следующие миссии будут... Я сохранюсь на основу. Сейчас поговорю с Диего. Что говорят обо мне в лагере? Ну, я поговорил с несколькими людьми. И? Уистлер рассказал мне... Фингер, ты Торус, многие... Все, вы видели? Сейчас... А ты можешь меня чему-нибудь? Да. Да, подожди. Сейчас, где? Возвращайся с... Смотрите, что условия вступления, уровень 5. И? Фингер, поэтому я перематываю, мы это все слышали. Многие... В общем... Береги себя. Я не могу вступить, потому что у меня... какой уровень? У меня уровень... да где? У меня уровень 4. Мне нужно 5 уровня набрать, тогда я смогу вступить в старый лагерь. Вот, а поэтому пока не могу. Нужно будет поискать задание, выполнить еще пару квестов. Где-нибудь побродить, походить. Может просто там выйти там на охоту, животных поубивать. Вот. Сейчас я гляну быстренько свои умения. А, сейчас воровские, боевые. Ну все, ребят. На этом все. Спасибо за просмотр. Выполнил квест задания Торуса. Вот в следующем выпуске я... апну 5 уровень и вступлю в старый лагерь. Миссию следующую, ну, выпуск следующий так и назову. Вступление в старый лагерь. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписываться на группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. В этой новости выходят все, в этой группе выходят все новости моего канала. И всем удачи, всем пока. Скоро увидимся.